Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Президент США Джо Байден уверен, что Путин приказал бы своим войскам двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине. Об этом Байден сказал в интервью агентству AR, пишет «Европейская правда». Я убежден, что если мы позволим Путину пройти, России пройти, он не остановится, сказал президент США. Байден добавил, что он изначально предупреждал американцев: помощь Украине обойдется дорого. Я давал понять, что помогать Украине и организовывать НАТО для помощи Украине, что это обойдется дорого. За это придется заплатить цену. Но вариант ничего не делать был бы хуже. Если бы он действительно вторгся в Украину, захватил Украину, Беларусь, где он есть, и он представлял угрозу НАТО, все это было бы еще страшнее, добавил Байден. Он также добавил, что если бы страны НАТО стояли в стороне, то начался бы хаос в Европе. Вы бы увидели возможность того, что они продолжают двигаться. Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что бы произошло в соседних странах? Вы бы увидели, что случилось бы и в Польше, и в Чехии, и во всех членах НАТО, сказал Байден. Он также подчеркнул, что Путин надеялся на финляндизацию НАТО, а вместо этого получил натоизацию Финляндии. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.